Всем привет! На обзоре снова Unity. В монументальном пластиковом кейсе. Сделано все с упором на высокую надежность. В комплекте сертификат соответствия с датой поверки октябрь 2020 года. Красочное руководство пользователя, к сожалению, только на китайском языке. Провод для зарядки стандарта USB Type-C. Радует наличие блока питания в комплекте на 5 вольт 1 ампер, но вилка, к сожалению, не для наших стандартов. Пульт дистанционного управления. Железная панель для крепления кронштейна. Место для дополнительного аккумулятора. Фирменный кронштейн. Очень продуманная конструкция. Уровень. Есть два способа горизонтальной подстройки. Одна быстрая и вторая более тонкая и точная подстройка. Следующая функция – это возможность изменения угла. Название модели кронштейна LM312. Мощные магниты для быстрого крепления. Еще одна возможность более тонкой подстройки по перпендикуляру. Влево или вправо. Еще две регулировки. Первая это... Это регулировка струбцины, то есть с помощью данных тисков можно надежно подвесить сам лазерный уровень, а с помощью второго регулятора уже можем регулировать вращение платформы. Отличное качество изготовления, смотрим внешний вид, думаю, тут слов не нужно. Надежные металлические защитные крышки лазерного излучателя. Гнездо для бесперебойного питания и зарядки прибора. Отсек для элементов питания вмещает вот такой аккумулятор с достаточно большой емкостью. Видим снова гнездо. При желании можно отдельно от прибора заряжать аккумулятор. Радует то, что аккумулятор можно разобрать.
на случай, если потребуется замена элементов питания. Стандарт аккумуляторов 18650 – это отличное решение. Видим плату управления питанием зарядки аккумулятора. Очень рад, что производитель заложил именно крупные элементы питания. Если сравнивать два прибора на 2 линии и 12 линий, то видим, насколько большая разница в размере. На этот прибор у нас есть отдельный ролик на канале. Кому интересно, можете перейти вот по этой ссылке. Для долговечности прибора основные элементы корпуса прибора покрыты плотной резиной. Для крепления на штатив на основании предусмотрена бронзовая резьбовая вставка. Есть два режима работы. Первый – это режим с фиксацией маятника и второй – с естественной гравитацией. В первом положении, чтобы включить прибор, нужно удерживать кнопку V – вертикаль. Можно выбирать все линии, либо каждый по отдельности. Это для экономии заряда элементов питания. И как видим, при наклоне прибор не издает звуки, соответственно, можем выставить под любым углом. Второе положение – это с естественной гравитацией маятника. В этом режиме при отклонении от уровня прибор начинает сигнализировать. Видим скорость стабилизации луча. Прибор хороший, мне нравится. Теперь сделаем небольшой тест. Для начала производим замер. Это примерно 13 метров. Видим, какая толщина луча. Примерно 6 миллиметров. Но при этом прорисовывается достаточно четкий контур. Следующий замер менее 10 метров. Здесь уже толщина луча становится меньше, примерно 5 миллиметров. Расстояние 6 метров. Результат еще лучше. Примерно 3 миллиметра. На расстоянии менее 4 метра прорисовывается картина еще лучше, луч тоньше. И на отметке менее 2 метра смотрим. Очень тонкий луч. Если смотреть только на яркий спектр, то это менее 1 миллиметра. Еще один замер. На расстоянии примерно в 1 метр. Здесь также яркий спектр луча в пределах 1 миллиметра. И контур, как видим, достаточно точный и
ровный. Еще такой небольшой тест. Проверяем на точность горизонтальную линию. Фиксируем для начала положение луча. Поворачиваем на 90 градусов. И смотрим отличный результат. Поворачиваем еще на 90 градусов. Здесь видим очень незначительные отклонения. Снова поворачиваем на 90 градусов. Результат очень хороший. Возвращаемся в первоначальное положение и, как видим, отличный результат. Еще такой тест. Проверяем вертикальные линии на точность. Для точной разметки находим пересечение двух равных отрезков. Теперь точно по линии выставляем первую метку. Для второй линии также выставляем метку. Теперь прибор поворачиваем ровно на 180 градусов. Выставляем сперва центр пересечения. Теперь сверяем на совпадение первой линии. На красное мещение проверяем на точность. Здесь, как видим, есть отклонение примерно на 1 мм. Если наберем хорошее число просмотров, не исключаем создание второго видео по данному прибору по точной настройке, чтобы вывести максимально близко к нулю отклонение. И еще одна функция в приборе. При удержании кнопки «Вертикаль» загорается светодиод синего цвета. Если не ошибаюсь, это говорит о том, что прибор переходит в режим работы с приемником, где фиксация луча может достигать внушительных расстояний до 50 метров. Есть индикатор заряда аккумулятора, который показывает полный заряд. Прибор в целом получился отличный, в том числе комплектация. Остались вопросы? Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр.